Всем привет! По заказу интернет-магазина F-магазин проведу видеообзор очень уловистой колебалки от фирмы Antem. Модель называется Donna. Эта приманка выпускается в нескольких весах, и у меня представлена она в весе 1,7 грамм. Поставляется приманка вот такой вот упаковки. Это вот небольшой пластиковый пакетик. Имеется картонка, указан цвет приманки HF07, то, что блесна сделана в Японии. Выглядит приманка вот таким вот образом. Как можно видеть, верхняя часть у блесны более широкая, чем нижняя. Длина блесны составляет 26 мм, а ширина 11 мм. Вес, напомню, производитель указал 1,7 грамм. Но давайте проверим, точно ли указан вес. Да, все точно. Фактическая масса приманки составляет 1,71 грамма. Теперь давайте посмотрим изгиб блесны. Видно, что данная блесна имеет ярко выраженную вогнутость в нижней части. Вот так она выглядит со стороны подложки. Имеется такая вот насечка, как на лицевой стороне, так и на подложке. Причем насечка занимает только лишь половину тела приманки. В верхнем отверстии блесна не имеет заводного кольца, поэтому обязательно используем застежку при ловле на Antem Donna. В нижнем отверстии установлено очень качественное заводное кольцо диаметром 4,5 мм, то есть колечко достаточно небольшое. Так как приманка создавалась для ловли форели, поэтому крючок стоит без бородки, ну, из форелевой серии. Крючок из тонкой проволоки имеет темное покрытие. Очень качественный, острый. Как можно видеть, на лицевой стороне нанесено название модели Donna. На подложке никаких там опознавающих знаков нет. Приманка выпускается в огромном количестве расцветок. Есть и с чего выбрать. Основная проводка базовая при работе, при ловле на эту блесну, это, конечно же, равномерная. Блесна за счет своей формы отлично работает на водоемах без течения, то есть на прудах, озерах. Но также можно ее использовать и на участках рек, где течение достаточно слабое. Блесна очень имеет интересную игру. Во время паузы красиво осыпается. Конечно, она не очень дальнобойная в плане заброса. Все-таки небольшой вес. Приманка достаточно широкая. Но, опять же, по забросу, по дальности заброса придраться к ней нельзя. В общем, советую обратить ваше внимание на блесну Antem Donna массой 1,7 грамм. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!